Всем привет! Сегодня у нас в обзоре советские шахматы 1963 года. Вот, там такая вот дата осталась, 18-9-63. И вот такие вот фигурки винтажные, интересные по-своему. Коллекционеры некоторые любят такие. Вот такими вот играли в 60-70-х годах. В Советском Союзе шахматы были очень популярные. На досуге, во дворе в беседке играли мужички. И до сих пор играют. Ну, в основном домино можно наблюдать. А в шахматных клубах шахматы. Значит, эти шахматы я продал за 700 гривен. Они у меня были выставлены в интернете и удачно продались. Если вы желаете научиться зарабатывать и понимать в настольных играх, а конкретнее шахматы, игральные карты и домино, у меня открыт курс по настольным играм. Цена его $400. На самом деле деньги очень быстро отбиваются. Я подскажу вам конкретно, какие шахматы нужно покупать, с помощью которых вы начнете уже зарабатывать. И, соответственно, отобьете деньги. Есть очень редкие, дорогие шахматы. Цена ихняя $1000, $1500. Также по 400, по $500, по 300. То есть на самом деле шахмат очень-очень много. По картам та же самая история. Есть редкие, дорогие карты. В течение курса вы полностью получите от меня всю необходимую информацию, которая позволит вам зарабатывать деньги. Также я для своих подписчиков абсолютно бесплатно произвожу оценку шахмат, игральных карт и домино. Если у вас дома остались со времен Советского Союза, вы делаете, как всегда, качественные фотографии и отсылаете мне на Viber, на WhatsApp. Такие вот интересные фигурки, шахматы мне удалось продать за 700 гривен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Обязательно новые подписчики нажимайте на колокольчик, потому что впереди будет очень много ценной и полезной для вас информации, с помощью которой вы сможете зарабатывать деньги. До новых встреч!